навалились заботы. Машины, дом, дети, друзья, алкаши. Вторую неделю без работы. Тормозит гаишник, в трубку дыши. А я депрессией охвачен. Глаза ввалились, апатия ко всему происходящему. Кредит не оплачен. Не верю ни прошлому, ни настоящему. А гаишник оживился. Пили, по глазам вижу, не сегодня, так намедни. И чтоб ты провалился. В понедельник с утра и такой собеседник. Ладно, отпускает с миром. Не успел отъехать, отловил следующего клиента. Он явно был энергетическим вампиром. Новый стресс и еще короче моей жизни лента. И так день за днем, стрессы, волнения, безвыходные ситуации. Нет грани между ночью и днем. Сердце крякнет и сдохнешь, а кому какая разница? Ведь жизнь в социальном сплине, кто посильнее терпит и на лучшее настраивается. Но после смерти твое тело остынет. Я третий год вешу, да что-то петля не затягивается.